субботу отмечается государственный праздник «День России», для работников, которые трудятся по пятидневной неделе, выходной переносится на понедельник. Оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях будет организовано по особому графику. Завтра сокращенный на 1 час в день. 12 и 13 июня нерабочие. Неотложная помощь будет оказываться с 8 до 2 часов дня. 14 июня рабочий день в первой половине дня по графику субботы.